вашему вниманию представить микрофон фирмы Iceline AMIC-7. Поставляется вот такой вот картонно-пластиковой упаковки. Микрофон петличного типа. Ну и самый дешевый так на первое время для того, чтобы постоянно был на определенной высоте вот. Так, чтобы разговаривать. Потому что при записи на ноутбук иногда отклоняешься, и микрофон, соответственно, уменьшает голосовое давление. Ну и тем самым запись получается не очень хорошо. То есть выбор был пока на первое время. То есть очень дешевый по сравнению с профессиональными. И оставляется вот такой упаковки. То есть с одной стороны написан микрофон, наша фирма, производитель китайский. Ну и тип AMIC-7. Так, на обратной стороне представлены технические характеристики. Единственный недостаток — это тип электретный. Лучше бы был конденсатный микрофон. Есть ценовая категория достаточно низкая, то есть увидел я конденсатный, но я думаю, по исполнению где-то на одном уровне. Хотя конденсатный, конечно, лучше, чем электрический. Но это пока на время, первое время. То есть разъем джек, ну или штекер 3,5 мм, чувствительность минус 38 дБ, диапазон воспроизведения частот 16-20 кГц, СНР 36 дБ, ну, длина провода 1,5 метра, сопротивление 2,2 кОм. Так, ну и направленность, то есть все направлены. То есть сделан в Китае, импортер из города Владивостока. Так, есть петличка крепления. Давайте посмотрим, что она себя представляет. Закрывается достаточно легко. Кабель, джек 3,5 мм, даже вот позолоченный. Дальше микрофон с клипсой на одежду, ну и ветровая защита, так называемая. Обычный поролон, ну и внутри вот располагается пластиковые блюдки, соответственно, пластиковые корпусы, сам микрофон. То есть материал достаточно качественный. То есть закрепляется надежно. Проверим здесь. Так, есть кабель 1,5 метра. Я уже не буду его раскручивать. Так, ну и давайте проверим. То есть сейчас я говорю все в камеру. Сейчас я делаю этот микрофон. Так, ну и в данном случае, то есть я динамика камеры нахожусь где-то на 15-20 сантиметров. Давайте сейчас чуть подальше от камеры, чтобы было понятно. Сейчас, например, разговариваю том же самом, не повышая голос, уже где-то 50-40 сантиметров. Ну и сейчас я отклонился уже на приблизительно 80 метров. Итак, включаю, обратно вернулся в положение 10-15 сантиметров. Самый тест. Сейчас я нахожу где-то 10-15 сантиметров от самого микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Сейчас удаляюсь где-то на 40-50 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Так, ну и удаляюсь совсем где-то 80 метров. Раз, два, три, четыре.
опять возвращаюсь. Где-то 10-15 сантиметров микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Так, удаляем микрофон. Итак, давайте протестируем снова микрофон. Только единственное отличие, мы сейчас находимся возле ноутбука и проверяем его непосредственно с микрофоном ноутбука. То есть основные настройки указаны здесь. То есть эффекты микрофона под давлением стоят. Так, дальше децибелы стоят. 30. Так, ну и уровень звука. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона ноутбука. Ну и сейчас поставим, как это все будет работать на микрофоне Iceline. Итак, подключаем его к разъему. Так, кстати, еще можно ближе проверить. Вот сейчас я нахожусь где-то 20 сантиметров от микрофона самого ноутбука. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, подключаем микрофон. Вот мы подключили микрофон Iceline. То есть показалось, что у нас подключен микрофонный ход. Так, осталось все то же самое. Формат тот же самый остался. Так, сейчас единственное, у меня микрофон находится непосредственно рядом с ртом. Где-то 10 сантиметров от него. Так, вешаем на одежду. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Можно сейчас еще создать ветровое давление. Как это получится? Услышите? То есть я махаю, соответственно, картонкой возле микрофона. Так. И то же самое произведем. Я отношу микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона. На месте микрофона ноутбука. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Все, спасибо за внимание. Обратно возвращаем микрофон к рту. Рядом с ртом. Так, всем, кто вам было полезно, спасибо за внимание.